Амичи стали призерами всероссийских соревнований по мини-футболу среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Всероссийская специальная спартакиада проходила в середине апреля в Санкт-Петербурге. Омскую область представили воспитанники школы-интернат, две сборные команды – мужская и женская. Обе команды заняли призовое 3-е место. Когда мы играли, конечно, было захватывающе. Конечно, мы ждали этого момента, чтобы поехать в Питер. Ну вот мы поехали, съездили, заняли там 3-е место. Конечно, было и переживали, мы думали, ну, никакого не заняли, все равно заняли. В этом году маленько формат изменили, так как не проводили по возрастному 12-15 лет, а проводили... Соревнования проходили среди старшего возраста, 16-21 год. Но наша молодая команда соперничала с соперником, который старше по возрасту. Но тем не менее девочки показали, что они не зря занимают высокие места. Лиза среди всех участниц самая опытная. Она уже трижды победительница всероссийской специальной спартакиады. В этот раз 3-е место ее не расстроило. После поездки в культурную столицу остались самые лучшие воспоминания. Кусовский остров. Там очень было красиво. Так возле этого лес, березы, дубовая роща. Мы гуляли по лесу. Еще там был очень красивый парк. Но не одним футболом живут воспитанники коррекционной школы. Успеха добиваются и в лыжном спорте, волейболе, пауэрлифтинге и в легкой атлетике. Главный тренер с многолетним опытом Юрий Гуров считает, что насыщенная спортивная жизнь помогает таким детям легче адаптироваться в обычной жизни. Приучает их к дисциплине, к порядку, к культуре поведения не только вот в школе, но и в обществе. Также посмотрите, идут на соревнования, на культуру питания, за столом, в общественном транспорте. Это очень хорошо помогает. Девчонки более становятся ответственными, более культурнее. На сегодняшний день финансовую поддержку ребятам оказывает региональное министерство спорта, а также Омская областная федерация футбола.